Я вам говорю, тихо! Сегодня я планирую затроллить моего друга, который находится за этой огромной стеной, поэтому в чат ничего не пишите, понятно? Окей, не будем. Я тебя понял. А, я тебя понял, не буду. А я вообще писать не умею. Повезло, повезло. Все, отлично, ребята, молчим. Я пойду включусь в Дискорде и встречу своего друга. Так, ребята, включаемся. Лёнь, привет, я... Я здесь. Ты что тут дверей понаставил столько? Лёня, Лёня! Да куда ты исчез? Ты опять из игры, что ли, вышел? Господи, Лёня, 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 я не буду снимать, пока лайки не поставят. Да в смысле, Лёнь, лайки уже давным-давно поставили, ты? Нет, не буду. У меня есть одно средство для тебя. Лёня, меч. Буду, буду, все, я готов снимать видео. Вот другое дело. Давай, начинай строить, я к тебе скоро приду. Минут через 5. Так, ребят, двери закрываем и выключаемся в Дискорде. Вы еще не понимаете, как я его сейчас затроллю. Пойдемте за мной. Только вы, кто будете подсматривать вот прямо сейчас, кто играет со мной на серваке, не говорите. Стоп, ты почему выглядишь так же, как я? Так я это ты. А ты это я? Ну да. В принципе, логично. Ладно, все, не путай меня. Так, мы, ребята, выкапываем здесь блок. Тихо, у меня здесь секретный сундук. Мы возьмем зельку невидимости, закроем здесь... Котенок, ты куда упал? Давай вылазь оттуда. Ё-моё, неуклюжий какой. Закрываем блоки, ребята, и используем зельку невидимки. Теперь мне нужно отключить вот эти странные частицы. Вот так. Отлично, вот это другое дело. Теперь меня точно никто не заметит. Давайте проверим. Ой, меч мой валяется, кажется. Ну, ничего страшного. Ну-ка, проверим. Вы меня видите? Видишь мой глаз? Отлично, меня никто не видит. Это хорошо. Теперь бежим на арену к Ленчику. В прошлой серии я вас попросил поставить лайки, я буду за ним подглядывать. Так вот, это свершилось. Че это он тут делает? Нифига себе. Мы включим режим креатива, чтобы сделать кое-что интересное. Мы подойдем и возьмем блок, из которого он строит, ребята. Мы должны сделать точно такую же постройку. Один в один, как у Лени. Только вот он подозревать об этом не будет. Смотрите, он начинает делать, видимо, ноги. Я не знаю, может быть, это лапы. Но нужно сделать один в один, ребята. Постараться это сделать. Это будет сложно, потому что на самом деле постройка не совсем легкая. Вы сейчас увидите, что мы делаем. Ну а пока просто смотрите, как я буду его троллить. Так, примерно все так же. Запоминаем, как здесь строятся ноги. И погнали, ребята. Чуть-чуть вот здесь нужно блоков между этими двумя частями тела сделать побольше. Например, вот так, вот так и вот так. Все, сейчас, ребята, он просто офигеет. Ну, по-моему, получается то же самое, что и у него. Давайте проверим на всякий случай. Да, слушайте, нормально, нормально выходит. Теперь мы делаем ноги точно так же, как и он. Смотрите, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Подглядываем почаще. Обалдеть, он быстро строит. Ну ничего страшного. Ну ничего страшного. Кажется, я снова немножко перепутал, но ничего, нормально, нормально. Мы успеем построить так же, как он. Вау, у него еще какие-то блоки добавились. Мы их копируем, ребята, и Леня меня не заметит вообще нисколечко. Так, хорошо. Теперь мы подлетаем сюда и делаем нам вторую ногу. Я так понимаю, что это ноги или лапы, не знаю. Если вы догадались, кого мы строим, напишите в комментариях прямо сейчас. Очень интересно будет, сколько из вас. Ого, ничего себе, он что, кролика что ли какого-то делает? Ладно, это не важно. Не важно. Давайте вот так вот сделаем. Тут немножко нужно подпилить и сделать вот такое вот туловище. Смотрите, раз, раз, все готово. Все готово. Сейчас Леня просто офигеет, что у нас постройки просто один в один. Они ничем не будут отличаться. Я скопирую полностью каждый блок. Смотрим. Ого, капец, он быстро это возводит. Но ничего страшного. Мы очень быстро его сейчас догоним. Дальше у него идет вот такое вот ответвление какое-то странное. И дальше вверх это тело начинает строиться. Кстати, мы играем же на моем серваке play.lemonmc, вот если что, вам айпишник, он прям надо мной. Если что, заходите, как бы поиграйте, но по секрету скажу, тут есть бесплатный донат. Только вы никому об этом не говорите, пожалуйста, реально, заходите его сами, получайте. Интересно. Но никому не говорите. Ребята, получается просто офигеть, как похоже. Вы посмотрите. Главное сделать это максимально тайно, чтобы Леня нас не заметил. Вот так вот выстраиваем. 5 минут спустя. Вот его постройка. А вот моя постройка. Вы понимаете, что вообще ничем она не отличается. Ребята, вообще все одно и то же. У меня уже скоро зелька невидимки закончится. Я за ним подглядываю тут просто бесконечно. Так, делаем все то же самое, ребята. Это, кажется, уже шея. Но я думаю, так уже можно догадаться примерно, кого мы строим, но думаю, что догадаются только самые-самые смышленые ребята. Опа, новый блок появился, его мы тоже копируем, и все это делаем за спиной Лени, и он это никогда не заметит, вообще никогда. Теперь мы вот эту штуку поднимаем
чуть выше, на один блок буквально этого будет достаточно. И потом блок, который мы у него своровали, мы ставим вот сюда. Ребята, получается капец как круто. Леня, мне кажется, с ума сойдет, когда это увидит. Не, ну все, ладно, так уже можно догадаться, кто это. Ну давайте, пишите комменты прямо сейчас. А если вы наберете 10 тысяч лайков на этой серии, то я буду делать такие видео чаще. Так, все, я запоминаю, что он тут строит, ребята. Мы следим за ним аккуратненько. Капец, он это круто делает. А Леня хороший строитель, знаете ли. Пошлите копировать, потому что не нужно от него отставать. Если мы от него отстанем, будет, конечно, все уже хана. Это печально. Потом уже его будет не догнать. Он сделает свою всю постройку, а я не успею ее доделать. Все делаем ровно так же, как он, ребята. Смотрите, получается просто вообще капец как похоже. Я вам это сейчас докажу, смотрите. Опа, вот его постройка, а вот моя постройка. Вы видите, что они просто одинаковые. Копируем вот эти лесенки, потому что, видимо, из этих лесенок он решил сделать нос. И смотрите, делаем вот так, потом делаем вот так, потом вот так, потом вот так, вот так, вот так, еще вот так. Вот так вот. Вот так вот. И вот так. Все, получилось идеально похоже, ребят. Вы посмотрите, обалдеть просто. 5 минут спустя. Леня почти уже доделал. Вы посмотрите, ему остаются последние штрихи. Ну все, сейчас-то уже можно писать комментарий, кто это. Ребят, давайте так. Пока Леня делает, мы его настолько затроллим, что я пойду на спавн прямо сейчас. Смотрите, вот это спавн моего сервака. Когда вы заходите на сервер Lemon MC, вы идете в этот портал выживания, заходите, и вы появляетесь как раз на спавне. И тут рядом есть кейс с донатом. Но это не просто кейс. Если мы его откроем, тут есть это. Бесплатный сундук. Вот это поворот. Да, вы можете открыть его бесплатно, и вам может выпасть привилегия. Например, мне выпало 100 тысяч долларов. Ну, тоже неплохо. Этот кейс вы можете открывать каждый день. Вы понимаете, ребят? Каждый день вы можете крутить кейс бесплатно. Я считаю это круто. О, мне выпал креатив. Отлично. Поздравляем. По-моему, это шикарно. Все, сваливаем скорее на арену. Леня даже не подозревает, что на самом деле я тут, пока он строит, выбиваю креативы. По-моему, шикарно. Все, пошлите достраивать. 2 минуты спустя. Этот Леня зачем-то решил переделать всю постройку. Она получилась вот такой, ребята. Я запарился просто смотреть, вот так вот подглядывать и делать все то же самое. Ну вы посмотрите, он один в один с постройкой Ленчика. Не, ну сейчас-то вы догадались, кто это, надеюсь. Все, давайте я не буду вам подсказывать, сами пишите комментарии. Давайте Ленчику скажем, что я уже все, включимся в Дискорде. Лёнь, тут это, я все, постройку закончу свою. Давай скорее, ты давно уже нет. Давай ко мне, давай ко мне. А, все, уже иду, уже иду. Дверь только прикрою. Все, Лёнчик, я здесь. Вау, стоп. Подожди, Лень, что-то я не понял. Что такое, Владус? Как тебе моя постройка? Не, Лень, постройка шикарная, но иди сюда, пожалуйста, на мою арену. Иди сюда. Ну, а что у тебя? Это что такое? Владус, ты что сделал? Ты что? Лень, ты что, постройку у меня что ли скопировал? Или что, я понять не могу. Владус, это ты скопировал, зараза! Это ты, да ты... Да в смысле, Лень? Ага, у тебя тут кое-чего нету. В смысле, чего нету? Лень, ну как у нас могли получиться одинаковые постройки? Я понять не могу. Совпадение? Не думаю. Владус, да я тоже не понимаю. Пошли, я тебе кое-что покажу. Ну давай, показывай, Леня. Интересно, что ты мне сейчас покажешь. Да что ты двери-то все закрыл? Ладно, давай, это, что там у тебя? Это что еще такое? Сейчас, подожди, Ленчик, на секундочку, я отключусь. Ребята, меня сейчас капец просто помрал от смеха, вы это видели? Он вообще ничего не понимает, он думает, что я просто взял, скопировал постройку. Нет, я ее перестроил, но делаем вид, что... Владос, идем сюда, зараза такая! Да иду, иду я! Ребята, я, кажется, не предусмотрел, что у него здесь было что-то... Ну-ка, пойдемте посмотрим, что там у него такое в постройке. Что это за дела такие? Реально, домик? Серьезно? Дайте я включусь в Дискорде. Лень! А что это за домик тут такой? У меня нет такого. Конечно нету, Владус, потому что ты его не скопировал. Да я не копировал ничего, Ленчик, у тебя просто постройка, видимо, ты... Ты, видимо, сделал такую же постройку, как у меня. Нет. Нет, Владус, я сам строил. Ну ладно, смотри у меня. Давай тогда мы определим это в следующей постройке. Делай пока, а потом посмотрим. А то вдруг у нас снова одинаковые получатся. О, ты скопировал. Да не копировал я, Ленчик, давай, пока. Выключаемся в Дискорде. Ребят, напишите в комментариях, что он выиграл в этом раунде, потому что я реально его затроллил, и кажется, он немножечко обиделся на меня. Прямо сейчас коммент напишите, я сделаю сейчас вот что, смотрите. Мы возьмем, поставим сюда блок и пропишем команду вырубить эту постройку, все. Ее здесь больше нет, но кое-что я сейчас придумал. Пойдемте за мной, но мне нужно для начала одну вещь. Зелька-невидимки, все, отлично. О, все, меня не видно, хорошо. Так, меня, кажется, кто-то хочет заметить. Но
Ну ничего страшного, мы выйдем здесь. Все, валим отсюда скорее, пока меня никто не заметил. Ох ты, нифига себе, тут какой хаги-ваги. Это все, кстати, делаете вы. Вы строите такие шикарнейшие постройки. Не, ну вы просто, ребята, молодцы. Ну как так-то? О, смотрите, говорящий Бен. А это что у него-то такое? Это газета. Блин, это, по-моему, круто. Да, это жестко. Надеюсь, что вы все догадались, что у меня постройка была говорящий Бен. Ну и у Лени тоже. Пойдемте за мной, кое-что покажу. 5 минут спустя. Построили Wicked и Boys Воин. Эти ребята получают по 5 кейсов на свой аккаунт. Донатных кейсов. Так что поздравляем их. Поздравляем! Да, это мои подписчики, которые сделали эту обалденную постройку. Но я вам ее пока что не могу показать. Мы возьмем, скопируем ее полностью. Ребята, взлетаем в самый верх. Я вам сейчас кое-что продемонстрирую. Встаем вот сюда и пишем команду копировать постройку. Леня просто обалдеет. 40 тысяч блоков скопировано. Отлично, теперь летим скорее на спавн. Еще 5 минут спустя. Фух, отлично, я долетел. Теперь мы немножечко снимем наш эффект невидимки. И смотрите, что я сделаю. Встаем вот сюда и прописываем ставить постройку. Отлично, ребята, она встала, как будто я ее сам тут построил. Теперь, ребята, мы ее немножечко доработаем. Я вам не могу сейчас показать. Ждите, секундочку, подождите. Ну, наберитесь терпения, сейчас все будет. Но я думаю, что вы уже догадались, кого я тут построил. Якобы построил, на самом деле я ее просто скопировал. Но Ленчику мы ничего не скажем. Правда ведь? Просто напишите в комментариях, что он выиграл. Все, так мы теперь сделаем хороший, красивый пол. О, отлично, подойдет. Я все. Блин, там Леня уже постройку свою закончил. Мне нужно немножечко ее доработать. Смотрите, что будет. Тарамс! Огромная зеленая стена, прямо как у говорящего Бена. Все, пока что я вам все еще не покажу ее. Давайте включаемся в Дискорде. Лень, ну что, твоя постройка точно готова? Давай-ка я двери пока тут прикрою, потому что подписчики мою постройку еще даже сами не видели. А, да, не видели? Как так? Ну вот так вот, Лень. Стоп! Лен, а ты мне сказать ничего не хочешь? Нет, не хочу. Лень, слушай, в прошлой серии мы как бы с тобой вдвоем были, правильно? Нет, нет. В смысле нет, Леня, меч. А, да, вдвоем были. Так вот, мы строили говорящую Беллу. Да, строили. Так почему ты взял ее с прошлой серии? Нет, нет, неправда. Правда, Леня. Я также просто сейчас построил и все. Леня, ты взял постройку, скопировал? Ай-яй-яй-яй-яй, ты, значит, считерил в этом раунде. Хорошо. Ребята, если вы просто прошлый ролик не смотрели, обязательно его надо посмотреть. Ленчик, пойдем за мной, я тебе сейчас покажу реально хорошую постройку. Так, только мне тут нужно немножечко убрать. Вот так вот. Все. Лень, заходи! Я не хочу! В смысле не хочешь? Заходи давай! Леня! Леня! Так никто лайк не поставил, я не пойду. В смысле не пойдешь? Я тебе говорю, заходи! Вот какая у меня постройка. Посмотрите-ка на нее! Ты кто там? А? Лень, подожди на секундочку, сейчас я отключусь. Ребята, это тот самый человек. Он пропал! Короче, это был тот самый человек, который построил эту постройку. Я чуть не спалился. Все, включаемся. Лень, ну че, как тебе моя постройка, а? Владус. Я влюбился, но ей хана! Что ты делаешь? Леня, что ты делаешь? Не надо ее взрывать, ты зараза такая! Фу, хорошо, что мы на сервере и ничего не взорвется, потому что тут динамит не работает. На, Леня, ну Леня просто дурак, все нормально. Посмотрите обязательно прошлые серии на моем канале. Вот здесь вы можете их посмотреть. Нажмите на них и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новую битву построек. Вот тут кнопка, нажимайте на нее прямо сейчас, а мы увидимся в следующем ролике. Пока!